с нашей стороны стоял танк, и он стрелял по минометному расчету. Оттуда прилетали 120-миллиметровые снаряды. Какие-то проблемы. Да. Прилет был. Мы, конечно же, все победим, мы, конечно же, всего добьемся, мы, конечно же, все возьмем. Но почему мы ждем, пока вот, ну, этот клевок будет нас, пока мы что-то соберем? Нам необходимо сегодня переосмыслить все. Критиковать сейчас президента, рационально объяснять, почему я должен его воспринимать и уважать как лидера нации, спустя 23 года прихода его к власти, ну, нужны, конечно, какие-то серьезные аргументы. Вот мое доверие Путину, я тебе скажу откровенно, оно абсолютно иррационально. Потому что, ну, я вижу, что происходит с нашей страной, и я хотел бы другого. Вообще, конечно, Путин удивительный вообще, я не знаю, такая глыбище. Он говорит, в 13-м году, я дословно эту фразу знаю, он говорит, Россия всегда развивалась как государство-цивилизация, как цветущая сложность, скрепленная русским народом, русской культурой, русской православной церкви, русским языком и другими русским языком, русской православной церкви и другими религиями мира. Это же код, который может положен в основу всей нашей многонародной нации. Бери, применяй. Мы все смотрим на тех, кто там внешне живет благополучно, и думаем, и сравниваем себя с ними, и думаем, что у нас так же должно быть, раз мы такая богатая ресурсами страна. Вот нет. С нами происходит только то, что должно с нами происходить. Если бы у нас были умные враги, они нас могли бы уничтожить. Знаешь как? Они бы нам построили дороги, построили бы города, за наш счет причем. Угу. Вот. Они бы построили нам кучу бизнесов. Они бы полностью, значит, застроили бы все наше пространство, освоили, сделали из него туристическую мекку. И все. Да. И мы бы закончили.